Служба информации телерадиокомпании «Гомель» протягивая свою работу у эфиры. У студии Наталья Игнатенко. Добрый вечер. Сегодня делегация из Японии начали с членом Палаты советников парламента этой страны с подарением Моры Масака наведала Хойницкий район. Замежных гостей цікавить в опыт работы по переодолені наступству катастрофы на Чернобыльской атомной станции. После катастрофы на Чернобыльской АЭС Япония неодноразово допомагала нашей стране и Гомельской области у приватности в процессе реабилитации потерпелых от аварии районов. И тогда, конечно, никто не думал про то, что когда-нибудь Японии придется звернуться за допомогой в решении подобных проблем до белорусов. Як означає на зустрічі у Хойніцькім райвиконкамі керівник парламентської делегації Японії Мори Масака, менавіта Хойніки – головна мета її візиту у Білорусь. Спадарення Мори тут уже у другий раз. Місцевий опит реабілітації потерпілих районів вельми показальний. Івака – родний город спадарення Масака, як і Хойніки, знаходиться у 60 кілометрах від епіцентра радіаційного вибуху. І зараз тут сутикнулися з тими ж проблемами, які у Хойніцькім районі вирішалися три опошні десятигоді. Розмова не столькі об дезактивації території, гэта хутчэй технічнае пытанне, куды складаней вырашаць праблемы, якія адбіліся пасля катастрофы ў свядомасці людзей, як прыцягнуць назад мясцовых жыхароў, якія пакінулі свае дамы пасля аварыі, як навучыць тых, хто застаўся ў пацярпелых раёнах, жыць у новых умовах. Прыклад такога вопыту японскім гасцям дэманструюць у дашкольным цэнтры развіцця дзіцяці. Тут самого маленького узросту хлопчикам и девчинкам рассказывают, что такое радиация. У форме гульни учить правилам безопасности. У этой дошкольной установки выховывается 230 детей. С каждым годом колькость выхованцев увеличивается. У Хойницьким районе зараз отзначается рост нараджальности. И она тут выше, чем у среднем по области и в целом по республике. Если взять полугодие этого года, у нас родилось 163 ребенка. В прошлом году было только 140. Это надо сказать благодаря тому, что сегодня к нам приезжают молодые специалисты. Они остаются. Здесь имеется у нас и жилье, и есть возможность, инфраструктура. Замацаванне маладых спецыялістаў – гэта таксама важнае пытанне, якое хвалюе гасцей. Зараз у Японіі моладзь не жадае працаваць на тэрыторыях, якія знаходзяцца побач з Фукусіма-1. У Хойніцкім раёне гэты этап прайшлі. Працоўныя месцы, згодныя заработныя платы – вось тое, што прываблівае людзей у першую чаргу. Да гэтага трэба дадаць развітую інфраструктуру і даступнае жыллё. Як вынік, сёлета толькі ў медыцынскую сферу раёна прыехалі працаваць 20 чалавек, а ў 2006-м, да прыкладу, быў толькі адзін. Так что динамика становшая и цікавая для Японии. Вельми цікавый опыт научения детей с такого маленького узросту основам радиационной безопасности. Так само у нас выкликали захопление те социальные программы, которые накированы на замацавание молодых специалистов. Настасья Кучинская, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель» с Хойницкого района. У Гомелі з рабочим візитом знаходиться представник управління Верховного комісара ААН по справах беженців у Республіці Білорусь Жан Іубушарді. У центрі уваги питання працевлаштування вимушених мігрантів. Сьогодні гость зустрівся з сім'ями беженців у Гомельським городським центрі соціального обслуговування сім'ї і дітей. Тих, хто має потребу у працівних місцях, немного. Але складаності у економіці повпливали на те, що свободних вакансій так само не хапає навіть для білорусів. Больш таких, якія б супадалі з професійнымі навыкамі суіскальнікаў. Альбо пасада знаходзіцца ў іншым горадзе ці нават в області. З гэтай мэтай Жан Іубушарді плануе правесці перамовы з кіраўніцтвам буйнейшых прадпрыемстваў Гомеля. Дарэчы, у нашым рэгіёне з просьбай аб прадастаўленні статуса бежанца з пачатку года ў адпаведнай інстанцыі звярнуліся звыш 60 чалавек. Сярод вымушаных мігрантаў, якія ўжо атрымалі гэты статус, большасць грамадзяне Афганістана, на другім і трэцім месцах грузины и сирийцы. Причем все они стали законными жихарами Беларуси только после проведения пильной проверки. Если в процессе рассмотрения выясняется, что человек предоставлял ложную информацию, либо он не соответствует критериям предоставления статуса беженца, либо дополнительной защиты, то, конечно, этот человек положительное решение не получает и не пользуется этой защитой, которая предоставлена белорусским правительством. Мы считаем, что качество рассмотрения индивидуальных дел достаточно высокое, и те люди, которые стараются как-то использовать ситуацию, то они защиту не получают. Масовая уборка зеленого гороху в эти дни проходит у многих районов Гомельской области. Аграры уже собрали урожай с больше, чем 300 гектаров. У планах амаль столько ж. Найбольш активна уборка идея на полях Ксуп-Брилева. Там побывала Ганна Ковалева.
Незважаючи на резкие перемены на двор, я на полях КСУ Брильова полным ходом идет сбор зеленого горошку. Эти комбайны голландской вытворчести пристосованы специально для сбора этой культуры. Техника одразу очищает рослину от струков, покидаючи суцильные горошины. Таким способом у день тут собирают прикладно 25 тонн. В 6 часов выезжаем с гаража. Не тяжело, нормально. Работать можно. Со спаржевой фасолью в том году убирал, тоже на комбайне. Ну, чуть-чуть сложнее горох убирать, чем спаржевую фасоль. Горохом сёлета тут засели 130 гектаров земли, 115 их уже прибрано. До речи, тут с этой культурой працуют по адмысловой технологии. Засевают не все поля одразу, а с промежками, каб и поспевание отбывалось поступово на разных участках. Гэтак же проходит и уборочная кампания. Для чего мы делаем это по срокам? Чтобы горошек не перезревал и поступил экстра класса в банку и качественно подался на стол покупателя. С моменту посеву и до поспевания горох два раза опрацовывают гербицидами, каб оборонить от пустозелья. Але на корыстные уластивости кончаткового продукту это не уплывая. А кроме пустозелья, у лику ворога у рослины засуха, якая у этом годе периодично назиралась у регионе. Правда, на узровне ураджайности это не отбилось. Сёлета я наскладаю тут каля 80 центнеров с гектара. Культура налишивая множество сортов. Например, это называется родован. Миновито с яху готовят алиуе. Тому одразу после сбора урожай накировываются на консервацию. До речи, проводить эту процедуру прямо тут, у Брилева, на уластном консервовом заводе. Такое суседство позволяет максимально заховать свежесть продукту. Бо за личные хвилины с палетка у горох одразу трапляет на конвейер, а затем и до своего споживца. До речи, на этой вытворчести перепрацовали уже 700 тонн нового урожая. Поставки гомельского гороху идут у Россию, а так само Гродинскую, Витебскую, Минскую и иншие в области нашей краины. Коли ж казать про пошние дадены гомельской в области, то на сёння у нашем регионе поспели собрать амаль 2000 тонн урожая гороху, а это прикладно у полтора раза больше, чем у гэты ж перыяд минулого года. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гомель». У системе жилево-коммунальной господарки черговые изменения. С 1 кастрычника господары незаселенного жилья будут платить за воду у залежности от площади квартиры. Нововведения будут стычиться на лечение платы за послуги водозабеспечения и водоотведения у жилых помешканиях, где не установлены лечильники при отсутности зарегистрированных громадян. Объем зарасходованной воды у таких квартирах будет вызначаться, заходячи с нормы споживания. Так само будет вылечаться умов колькость громадян. Для этого площу поделить на 20 квадратных метров с уликом округления в меньший бок до целой личбы. Оплату возьмут по тарифах, которые обеспечивают полное вертание экономично обоснованных затрат. По приблизных подликах сумма будет утроя больше, чем с лечильниками. Это значит, что после уступления в силу изменений у тем, кто ожидает платить только за фактично спожитый объем воды, треба будет установить такие приборы и заключить договор на водозабеспечение и водоотведение. Если, ну, предположим, квартира у гражданина 50 квадратных метров, то предполагается, что на одного жильца должно относиться 20 квадратных метров общей площади. Соответственно, в данном помещении предполагается, что проживает 2 человека. Исходя из этого, будут начисляться платежи за пользование водоснабжением в соответствии с нормами, утвержденными горосполкомом, и оплачиваться будут по полной стоимости, то есть обеспечивающей полное возмещение затрат жилищно-коммунальных организаций. Хотелось бы сказать, что на сегодняшний день стоимость водоснабжения и водоотведения порядка, наверное, в 3 раза выше по, скажем так, тарифам, обеспечивающим полное возмещение, по сравнению с субсидируемыми тарифами. Сегодня в Гомеле отбылся семинар-тренинг «Территориально ориентированное развитие, международный опыт и лепшая практика». Удел им приняли международный эксперт из Македонии с подарения Ирена Дмитреуска, а так само представники органов улады, бизнес-супольностей, некоммерцийные организации и звычайные инициативные громадяне нашего региона. Семинар-тренинг был организован в рамках реализации проекта ЕС ПРААН «Содействие развитию на мясовом узровне в Республике Беларусь». Эта программа у нашей краине ладится уже 2-й год запар. Проект финансуется Евросоюзом и программой развития Организации Объединенных Наций. Национальный выконавца – Министерство экономики Беларуси. Проект ЕС ПРААН «Содействие развитию на мясовом узровне в Республике Беларусь» недавно провел 1-й конкурс мясовых инициатив серед усіх регионов нашей краины. И он был организован, каб выбрать лепшие идеи по развитию районов и особных населенных пунктов, а так само поддержать активный совместный удел органов керования
кіравання і самакіравання, грамадства і бізнесу у вирашэнні праблем мясцовага значэння і аказаць фінансавую падтрымку на рэалізацыю такіх ініцыятыў. Па выніках першага конкурсу для далейшага ўдзелу ў праекце былі адабраны раёны, якія стануць асноўнымі пілотнымі пляцоўкамі ў яго рэалізацыі. Дарэчы, 5 з іх у Гомельскай вобласці. Мы запускаем серію семінараў, тренінгаў для прадстаўнікоў ініцыятыўных груп, которые формируются в пилотных районах. У людей была идея, они написали заявку, получили финансирование на первом конкурсе местных инициатив. Сейчас мы пытаемся улучшить их знания в области тор-подхода, написания заявок, и они будут готовить заявки на основной конкурс местных инициатив. Урачыстае ўзнагароджанне ордэнам маці яшчэ адной жыхаркі Гомеля прайшло ў адміністрацыі цэнтральнага раёна. Адпаведны ўказ быў падпісаны прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь 27 чэрвеня. Ордэн маці ў Беларусі ўручаецца з 1996 года. Згодна з палажэннем, гэтая ўзнагарода даецца жанчынам, якія нарадзілі і выхавалі пяцёра і больш дзяцей. Сярод 997 шматдзетных маці цэнтральнага раёна гэтую ганаровую адзнаку ўжо атрымала 31 жанчына. Пры гэтым большасць узнагароджаных не толькі займаюцца сямейнымі справамі, але і працягваюць працаваць. Алена Быхавец, кандытар гомельскага філіяла закрытага акцыянернага таварыства «Дабраном». Галоўнае, маці для сваіх трох дачок і двух сыноў. З асаблівым хваляваннем яна прымала ганаровую ўзнагароду. Павіншаваць шчаслівую сям'ю, а таксама ўручыць свае падарункі, прыйшлі прадстаўнікі прадпрыемстваў, на якіх працуюць бацькі. Ад такой колькасці ўвагі шчаслівая маці крыху разгубілася. На падтрымку ёй прыйшоў муж Аляксандр. Сям'я должна быць сям'ёй, то есть двое нас і пяцеро дзетак. Стараемся падзяржаваць друг друга. Дзеці тоже помагаюць, уже старшая дочка, взрослая помагаюць уже з маленькімі. Ганна Каральчук, Марына Сівер'янова, Міхаіл Рабкоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». Прыемная навіна для матраў вулічнага баскетбола. Гомельскі абласны цэнтр алімпійскага рэзерву уладкаваў для ўсіх жадаючых стацыянарную пляцоўку для стрытбола. Здавалася б, нічога асаблівага, але дзе яшчэ ў цэнтры Гомеля такое ёсць. У абласным цэнтры алімпійскага рэзерву па гульнявых відах спорту дзякуюць за ідэю і дапамогу неабыякавым аматарам. Каб арганізаваць стрытбольную пляцоўку, ахвяравалі часткай паркоўкі. Цяпер яе вугал адгароджаны для ўезду машын, а на асфальце з'явілася новая разметка. У стяны красуецца стыльнае баскетбольнае кальцо, якое, дарэчы, неўзабаве пераснасціць сеткай з металічных ланцугоў, як у сапраўдным стрытболе. Стварэнне аб'екта не каштавала цэнтру амаль нічога, дзякуючы спонсарскай дапамозе і зноў-такі падтрымцы аматараў. Але і ад карыстальнікаў пляцоўкі нічога не патрабуецца. Прыходзі, гуляй. Колькі заўгодна і абсалютна бясплатна. А неўзабаве тут плануюць яшчэ і стварыць дадатковы камфорт. Планируецца, што в перспективе здесь будет организовано освещение. Оно уже, в принципе, здесь есть. И организована озвучка. То есть мы хотим сюда какой-то добавить звук, чтобы было как-то более-менее живенько это смотрелось. Если это будет пользоваться спросом, будет интересно. Здесь будет порядок соблюдаться, прежде всего, участниками. Мы готовы здесь приобрести более современное и уже оборудование за деньги и смонтировать его, и оборудовать. Пока это все сделано такими, как говорится, своими силами, без покрытия, небольшая разметка на площадке. Самое главное, чтобы люди пошли. А люди, я уверен, что пойдут, потому что им это интересно. Прежде всего, это улица, это свежий воздух, это, сейчас это в тренде, как молодежь любит говорить. То есть человек пришел, играет. Штармавое папярэджанне паступіла ад Гомельскага абласнога гідрамецэнтра. Сіноптыкі паведамляюць, што заўтра па ўсходзе краіны чакаюцца працяглыя моцныя дажджы і ўзмацненне паўночна-заходняга ветру парывамі да 15-20 метраў за секунду. Спецыялісты рэкамендуюць падчас разгулу стыхіі зачыніць шчыльна дзверы і вокны. З балконаў прыбраць прадметы, якія парывамі ветру могуць быць скінутыя ўніз. Калі ж вы апынуліся падчас стыхіі на вуліцы, не варта хавацца пад асобнымі дрэвамі паблізу электрычных падстанцый і лініі электраперадач. Па магчымасці ўстрымайцеся ад паездак на аўтамабілі. Гэтыя, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Наталія Ігнатенка. Я і мае калегі жадаем вам добрага вечара. Да новых сустрэч у эфіры.